Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games. Всем привет, хочу пожелать подписчикам и тех, кто еще не подписан, ребят, на меня. Хочу принести извинения за то, что давно не было стримов и обзоров, так как сейчас очень большая у меня загруженность и не совсем хватает времени, но я надеюсь, что мы все это исправим. Так, ну, сегодня я хотел поговорить о таком сайте, как Pinterest, ребят. Вернее, это даже не сайт, это интернет-сервис, ребят, который позволяет нам в онлайн-режиме выкладывать видео или фото. Скрины, картинки. Ребята, вообще данный сайт был предназначен для интеграции с другими соцсетями. Вот. Ну, удобен он тем, что здесь мы можем как бы продвигать пиар или продвигать свои какие-то каналы или, допустим, я не знаю, ссылки на какие-то другие какие-то свои сайты, аккаунты. Вот сюда мы можем, видите, да, после того, как мы сейчас зарегистрируемся, можем сюда потом свою ссылочку выставить, то есть настроить настройку. Это очень хорошо, кстати, для продвижения, для начинающих каких-то ютуберов, либо которые делают рекламу для своего канала, там, я не знаю, сайта. Очень удобная вещь. Вот. Ну, начнем с того, ребят, буду краток, чтобы, дабы не занимать ваше лишнее время. Начнем для того, чтобы нам начать с ним работать, нам надо будет зарегистрироваться. То есть мы проходим обычную простую регистрацию, как и на обычном сайте, ребят. Вот. Заходим. Сейчас я кратко пробегу по настройкам. То есть вот здесь мы ставим фотографию, вставляем сведения о вашем профиле, то есть мы вставляем всякие ссылочки, там, ну, как обычно, всю подробную информацию, дабы чем больше о вас знает подписчик, и, то есть, как бы, ему интереснее все равно становится. То есть у него полное понимание. Так. Все это подтверждаем и заходим. Ну, сегодня я вам кратко расскажу, как добавить доску, как добавить пин сюда. Если кому-то интересно, я сделаю видео более подробно. Вот. После чего мы создаем доску. То есть суть данного сервиса — это, то есть здесь есть доски, есть пины. Доски, где доска, доска — это где будут отображаться ваши пины, ребят. Или вы просто можете пины выкладывать. Ну, так, начнем с того, что лучше всего создать доску. Вот, вот эти доски, где потом будут ваши. То есть, короче, будете, грубо говоря, создаете доску, там, может быть, у вас, я не знаю, там, видео какое-то, делаете одну доску, делаете ее название и будете потом сохранять, допустим, блин, проще, конечно, показать. Смотрите, создаем, грубо говоря, доску, там, видео. То есть, мы сюда будем в эту доску только тупо заливать видео. Ну, как бы по-хорошему, как бы правильно, чтобы было у нас, как вам правильно объяснить. То есть, допустим, если заходит к вам посетитель, либо человек, который хочет посмотреть, ему интересно, допустим, там видео, я не знаю, блин, про какие-нибудь рецепты там, или видео про путешествия. То есть вы просто пишете здесь путешествие, выкладываете сюда все про путешествие, дабы, чтобы ему не бегать, не искать какие-то отдельные ролики, вы просто определяете одну доску, то есть что, какие видео там будут храниться. Вот, сделали, ребят, после чего мы заходим в пин, нам надо сохранить какой-нибудь видос или скинуть сюда видос. Здесь можно, ребят, как и загрузить видео, так можно сохранить сайт с вашего. Кстати, вот про что я говорю, то что вы можете хорошо для рекламы, то есть какого-то вашего, особенно YouTube или еще какого-то, вы просто сохраняйте свой сайт, после чего по ссылочке это переходит также на ваш сайт. Но сейчас я вам подробно это все покажу. Смотрите. Создать пин. Мы создаем пин, ребят. Смотрите. Здесь вы можете загрузить. Вот. Перетащить либо с компьютера. Но я сейчас в данный момент буду показывать, как перетащить это с сайта на своем пример-канале. Да? Вот. Мы, значит, для начала мы с вами, ребят, переходим на свой канал. И сохраняем ссылочку вот этого вашего канала. Может быть, у вас другой какой-то канал. Сохранить сайт. Ребят, мы вставляем адрес своего канала, либо откуда вы будете сохранять. Так, добавить целевую, ребят, ссылку. Это ссылка на то видео, которое вы будете заливать. Ну, допустим, я возьму вот Инстаграм. Семен, да, в онлайн-шутер. Как решить выиграл проблему? Опять же, сохраняем ссылочку на это видео. Заходим опять сюда. И мы с вами, ребят, сносим сюда ссылку. После чего мы обязательно надо будет ставить изображение. Вот, вставляем Инстаграм. Так, также можете, видите, опубликовать сейчас и опубликовать позже. Ну, конечно, нам опубликовать надо сейчас. И видите, здесь у меня доски уже есть, а у вас будут указаны, в вашем случае будут указаны доски, которые есть у вас уже готовы.
То есть мы с вами, ребята, выбираем доску, куда мы будем сохранять. Эй-эй-эй, листай, листай. Так, вот, можем сюда залить. Я просто показываю. То есть у нас заливается все. Посмотреть. Смотрите, как это работает. То есть мы переходим. Сейчас я перезагружу страничку. Мы переходим с вами, ребят. Где-то наш профиль, дорогой. Вот, видите, у нас, в принципе, у нас она залилась, видите, да? Мы переходим в доски, и мы видим, что вот наш ролик. То есть другие пользователи тоже его видят и тоже по нему переходят. То есть они переходят, грубо говоря, если вы заливаете видео, они переходят просто на ваше, ну, видео, да, там. Также здесь есть и подписки, которые подписываются, если нравятся людям, они также на вас подписываются, ребят, подписываются, и вы можете. И в чем плюс, смотрите, они когда заходят на этот ролик, вот, то есть они зашли, они автоматически переходят на ваш сайт или на ваш, ребят, канал. То есть вот он. Ребят, всем привет, с вами снова Дукикан. Блин, по сути это очень... Может быть, как вернее сказать, очень удобно. Может быть, она не так быстро, ну, раскрутить, там, я не знаю, в плане того, но все равно со временем люди будут приходить. И непосредственно, почему эффективны именно ссылки, потому что приходить будет именно по ссылкам на ваш сайт или канал, ребят. Ну что ж, ребят, кому это понравилось, кому это было полезно, не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Дукит, канал World of Games. Дорогие подписчики, всем до встречи. Как только у меня будет возможность, все-таки, может быть, не может быть, а я надеюсь, что мы с вами продолжим делать стримы. Вот. Всем, ребят, покедово. Всем удачи.